Друзья, я вас приветствую. Сегодня у нас факт программирования уже номер 41. Факт это в хорошем смысле. Давайте покажем, какие сегодня у нас будут вопросы. На самом деле сегодня их 5. И ну, я не буду их зачитывать, зачитаем потом. Хотел бы напомнить опять про подписаться, лайки, комментарии и все такое. В общем, вы все прекрасно знаете. Давайте не будем задерживаться и поедем к первому вопросу. Итак, первый вопрос. Сага паттерн не всегда может гарантировать изоляцию и долговечность. Как быть? Ну, для начала надо понимать, как работает сага паттерн, что это такое. Давайте попробуем показать на картинках. Итак, допустим, у нас есть какое-то оформление заказа, ну или бронирование, если хотите, для начала. То есть какая-то есть временная шкала, и нам нужно по очереди выполнить какой-то набор операций. Только в результате выполнения корректного всех операций наше бронирование заказа или получение, или оплата, или что вы хотите, оно будет завершено с успехом, соответственно, ничего не нужно будет никуда откатываться. Но если в какой-то момент времени у нас получится так, что банк, например, не сможет принять оплату, то тогда нужно службу доставки, там товар на складе зарезервирован, все это откатить, то есть обратно отдать товар в продажу, службу доставки освободить от необходимости что-то куда-то доставлять. Ну, да, допустим, что у нас будет большой товар, там, что требуется аж зафрахтовать какое-нибудь судно, да, ну, допустим, вы купили машину во Владивостоке и везете через всю страну. Вот, и, собственно говоря, если у вас оплата через банк в какой-то момент не прошла, сломалась или еще что-то случилось, денег не хватило, ну, очень дорогая машина, наверное, вот, то всю вот эту вот нужную штуку одномоментно отменить. И бывают ситуации, когда отменить это просто физически невозможно, а если возможно, то нужно столько всяких разных костылей насобирать в один букет, и, в общем-то, это может вылезти боком, и поэтому есть такая штука, как паттерн резервация. Он работает немножко по-другому. Суть сводится к тому, что сага может откатить все операции одномоментно, то есть это распределенная транзакция. А паттерн, который называется reservation, он работает по другому принципу. Если у вас, опять же, есть временная шкала, и вам нужно сделать какие-то определенные операции в определенной последовательности, или, в общем, даже не в определенной последовательности, но у вас есть так называемая дата резервирования. Вы резервируете товары на складе, вы ставите резервирование там, корабля, парохода, парома, неважно чего, на службе доставки, и когда у вас проходит или не проходит, допустим, оплата в банк, эта дата резервирования, она отработает сама собой. То есть вам не нужно отслеживать это все вручную, вам не нужно никакие делать дополнительные там распределенные транзакции, просто когда наступит время резервации, то есть час пик так называемый, ой нет, час X, то само по себе товар вернется, то есть отработает какой-то там бэкграунд воркер и откинет товар там обратно на там, продажу и службу доставки освободится. То есть прошла, если оплата, то тогда у вас товар зарезервирован, и, в общем-то, человек может прийти на этот склад, забрать этот товар, там обратиться в службу доставки, выбрать время доставки в конце концов. Ну, в общем, здесь получается немножко другая пляска с отменой и, в общем-то, с подтверждением, да, то есть, если вы ставите дату конкретную, резервируете, то есть товар до определенной даты, то в момент, когда эта дата наступает, товар перестает быть зарезервированным, и, соответственно, вам не нужно делать никаких дополнительных операций. Да, есть в этом паттерне некоторые нюансы использования, ну, то есть, если вы зарезервируете много товара, то, в общем-то, продать, ну, это уже, как бы, смотрите, на усмотрение бизнеса, если бизнес, он, вы докажете, что это очень удобно и правильно, ну, один вариант, а если нет, то представьте, что можно будет зарезервировать все какие-то, я не знаю, товары на долгий срок, и они будут стоять на складе, не будут продаваться, в общем, все хорошо в меру, нужно четко и правильно смотреть, но распределенная транзакция достаточно сложный механизм. Есть вариант реализации при помощи сторонних библиотек, при помощи даже фреймворков. Ну, например, MassTransit может это делать. Через SAGA Pattern можно пускать большие количество операций. Я видел проекты, которые это прекрасно работают. Но сложность написания этого кода, который отменит там, или сделает rollback всех предыдущих операций, которые были в этой саге, ну, это нужно писать код. Служба доставки, товар на складе, это такие, ну, на самом деле важные составляющие заказа,
Но они как бы работают на определенную как бы бизнес-операцию, да, на получение денег. И все хорошо в меру в том смысле, что в зависимости от того, какой тип операции вы проводите, выбирать или распределенные транзакции, которые опять же могут гарантировать или не могут гарантировать так называемую изоляцию, долговечность. А можно сделать вот такой паттерн резервирования. На самом деле часто и достаточно везде вы встречаете. Например, там покупая в магазине интернетовском, там зарезервирован товар, оплата. Ну, в общем, вы все прекрасно знаете и поехали дальше. Итак, вопрос номер 170, ой, 181, и звучит вот следующим образом. Можно использовать на сервере, например, UPS, скрипты Питона, дождаться результата. Ну, в общем, смотрите, на самом деле, как говорится, уже все придумали за нас, и есть на самом деле возможность использовать Питон даже в C-Sharp, и, в общем-то, как практически даже... Ну ладно, неважно, поехали дальше. Давайте покажу, что есть такой сайт, который называется Iron Python. Это как раз питон для .NET. Надо сказать, что он достаточно активно развивается. Обратите внимание, последний анонс новой версии был в декабре прошлого года, ну, месяц назад, грубо говоря. Вот. И работает на самом деле это все очень просто. Вы делаете Python runtime, в нем загружаете какой-то файл, в котором у вас реальный Python в динамику, и выполняете механизмы, в смысле методы, используя механизмы уже Python. То есть и результат, соответственно, будет у вас в какой-нибудь переменной, если там будет функциональная, например. То есть, еще раз, все придумали за нас, и я других реализаций, ну, в общем-то, я видел, но вот это самое рабочее, на мой взгляд, самое подходящее. Вопрос номер 182. Как можно организовать сбор данных в работе приложения, статистики, запросов, метрики, чтобы узнать, сколько и откуда запрос отрабатывает логика Grafana? Ну, смотрите, друзья, на самом деле Grafana это всего лишь показывалка вот этой вот метрики, да, то есть, да, она умеет собирать с некоторых ресурсов некоторые данные, может как бы и сама их агрегировать, но она предназначена больше для отображения. И поэтому существуют разные варианты использования Grafana, в том числе и, например, Prometheus. На мой взгляд, эта система самая активно развивающаяся, ну, наверное, потому что я с ней больше всего работал, даже где-то есть на канале видео по поводу того, как это использовать. И надо сказать, что сложности использовать Grafana с Prometheus вот абсолютно никакой нет. Если вы посмотрите видео, которое я ссылку положу в описании, то, которое я делал когда-то, там на самом деле все настолько просто, и по большому счету вы можете этим легко управлять, в том смысле, что вы сами можете генерировать метрики, а Grafana будет вам их просто показывать. И метрики можно делать как на стандартные, да, то есть операции, там, запрос, в смысле request, response, там, время, задержка, так и, допустим, бизнес-операции, допустим, какое количество заказов, там, за 5 минут было, там, сделано, там, в таком-то регионе, например. То есть, еще раз, метрику написать собственноручно достаточно сложная работа, а тем более по сбору, хранению, агрегации, ну и если хотите, отрисовке этих самых метрик. И надо сказать, что существует уже огромное количество возможных результатов, ой, в смысле вариантов использования сбора метрики, да, и там и Prometheus, есть Application Insight, есть OpenAPI, ой, нет, OpenMetrics, есть, ну, в общем, все ссылки я приведу в описании, смотрите, потыкайте, может быть, вам что-то понравится. В том числе есть и так называемый .NET Counters, которая встроена в ASP.NET, которая позволяет вам эти метрики прямо в коде в своем интегрировать. Ну, то есть изобретать велосипед, ну, не такая, наверное, интересная задача, хотя можете попробовать. Но я вас уверяю, что это не все так просто, как может быть показаться. Поэтому вам нужно просто выбрать, какую именно систему изучать, какая система вам подойдет больше всего. Ну, я имею в виду по сложности, по количеству возможного использования разных типов метрик. Ну, так или иначе, они все, ну, в общем, так, если честно, да, стремятся к одному стандарту, который, в общем-то, недавно появился, и сейчас он только обкатывается, и вам нужно просто немножко посмотреть, что вы будете использовать, какой момент и как.
Вот, это если кратко. А вот то видео, которое я, в общем-то, делал когда-то очень давно, можете по названию поискать, но опять же скажу, что ссылка в описании. И на мой взгляд, вот если мое личное мнение вас интересует, то вот это самый простой вариант. На самом деле легко поднять Prometheus, легко поднять Grafana в докере, и, соответственно, ваши метрики будут собираться даже когда вы, собственно говоря, не используете приложение, то есть докер валяется, вы пишете код. Ну, в общем, надо понимать, что метрики – это такая рядом стоящая функциональность, которая просто, ну, так называемая, шкрябает, да, вашу систему на предмет выполнения определенных ресурсов. Да? То есть метрики собирает, выплевывает, выкидывает наружу ваше приложение, а вот, например, Prometheus соскребает с вашего приложения там, по определенной логике, по определенным алгоритмам временным. А Grafana эти метрики из Prometheus показывает. То есть, понимая, как это работает, будет проще реализовать эту штуку на базе разных механизмов. Я рекомендую Prometheus плюс Grafana. Ну и вопрос номер 183. Есть ли смысл использовать в работе в новом проекте Minimal API? Если да, то почему? Ну, друзья, смотрите, тут на самом деле то все очень просто. Что такое Minimal API? То есть у вас такой же API, как и в MVC, но только нет контроллеров. И на самом деле, что это дает? Ну, мне кажется, это очевидная вещь. Давайте я попробую показать прям вот такими вот жирными зелеными положительными кнопками. Да? Во-первых, для того, чтобы стартануть проект, вам нужно меньше кода в разы. Вам не нужно контроллеры, вам не нужно такой, как там, такую прослойку реализовывать и к ней привязываться. И, собственно, это дает быстрый старт и, соответственно, написание меньше количества кода. И это все потому, что отсутствуют контроллеры и вся инфраструктура, которая для них требуется. Ну, опять же, Minimal API, это, считайте, .NET 6, это язык C-Sharp 10 и, собственно говоря, выше. Ну, а контроллеры, в общем, тоже, в принципе, можно, но, как бы, один из плюсов, как бы, из коробки начинай новый проект, почему нет. Опять же, упрощение зависимости в слоях, потому что отсутствуют контроллеры, и все вместе с ними, что там связано. Это значит, там хендлеры всякие, может быть, какие-то фильтры, action фильтр, авторизейшн фильтр. Ну, в общем, смотрите, вообще, насколько я вот смотрел видео по Minimal API, когда его создавали, а во многих языках есть такое понятие, как ну, быстрый старт, да, то есть вам для того, чтобы сделать какой-то API-сервер, вам нужно там взять один файл, накидать там, ну, не знаю, Express, например, да, накидать там методы, и у вас получается там быстрый HTTP-сервер, да, API. Вот примерно по такому же принципу и создавался Minimal API, там отключили всякие контроллеры, убрали всякие ненужные зависимости, и также в одном файле можно накидать. Так вот, шарить его между собой будет на самом деле проще, да, передавать, упрощать все вот это вот. То есть количество обрядов и ритуалов, которые нужно сплясать там с бубном, чтобы у вас запустился там ASP.NET, MVC, там API, гораздо меньше. И только из-за того, что их меньше, ну, меньше кода, меньше поддержки, меньше разбирательств, меньше строк чтения кода, меньше интервал вхождения, ну, на новых разработчиков, например. Ну, вот только из этих соображений хорошо, ну, не говоря уже про Net 6 и C-Sharp 10. Ну, опять же, на ваш вкус и цвет выбирать вам. Вопрос номер 184. Как правильно сделать хранение изображений и где в самой BD, в системе хранить путь к изображению еще как-то? Ну, давайте для начала определимся, где можно хранить изображение. Первое – это, соответственно, в базе данных, когда вы прям бинарник запихиваете в базу и читаете его при необходимости. Можно хранить реальные изображения там, в папке на хостинге, когда у вас есть сайт, там какой-нибудь upload, какая-нибудь директория, и вы сделали таким образом, чтобы ваши картинки показывались, читая из папки. То есть первый вариант из базы, из папки, и есть такое понятие как CDN, то есть Content Delivery Network, это когда общего пользования какой-то сервер, вы выкладываете туда, ну, например, фотографии, ну, или какие-то там кнопки, я не знаю, или еще что-то, или скрипты, в конце концов, не только картинки можно туда выкладывать.
И они из-за того, что это общего пользования, они кэшируются, то есть быстрее доставляется, еще недоступны. Ну, в общем, есть разные механизмы. И опять же, если говорить про картинки, то тут все зависит от того, опять же, какие картинки вы будете хранить. Ну, во-первых, можно хранить не только картинки, но и файлы, например, там вордовские или экселевские документы, ну, теоретически, да. И все сводится к тому, насколько часто они вам нужны, в каком формате они вам нужны и как вы их используете. Если картинка, которая загрузилась там и больше в жизни, там вы никогда ее не измените, не обновите, не... то один вариант. Если картинка, которая обрезается много раз, или вы сразу можете хранить обрезанные версии, там увеличенные, уменьшенные, то это уже другой вариант. Может какая-то постобработка после загрузки, естественно, с базы начитается. Ну, в общем, смотрите, ну, если говорить, допустим, про мой блог колобонга.нет, то там все картинки лежат в папке. Причем в папке, которая, собственно говоря, привязана к конкретной статье. Зачем я это сделал? Потому что у меня был вариант использования и базы данных, когда мне приходилось картинку положить в базу данных, потом ее сделать хендлер, который прочитает из базы данных. И, во-первых, минусы, да, скажу. Вообще, редактировать в базе данных картинку – это вот полная жесть. Это вообще практически нереально. Более того, такое понятие, как кэширование, оно уже идет не на картинку, а на request в базу данных. Когда вы делаете картинку, да, естественно, ее браузер загружает в отдельном потоке, но он может ее и закэшировать, и тогда на следующем F5 вы не будете грузить эту картинку, она возьмется из кэша. В общем, сложностей много, и я много чего перепробовал, даже в CDN складывал картинки. В CDN можно складывать картинки, которые не уникальны для вашего контента, и, возможно, потребуется их использовать еще где-то на других сайтах или на куче сайтов. Или вы взяли картинки, которые будут использованы у вас, и это не ваши картинки. Но мой ответ я себе уже дал, что папка на хостинге хороший вариант. Ну, конечно, зависит от того, какие картинки и сколько. Потому что система кэширования браузера, система кэширования самого HTTP сервера, они во многом оптимизированы на использование вот этих картинок. Ну и писать код, когда вы явно указываете SRC, то есть source, где лежит картинка, это проще, потому что по названиям можно понять. А если вы пишете какой-то хендлер, ну хорошо, если понятные названия у вас придуманы, но обычно какие-то там идентификаторы картинок, которые непонятно, что за картинка, непонятно какой размер. В общем, ну вот так вот, наверное. Я бы рекомендовал папка на хостинге, ну в редких случаях CDN. А в базе это... Нет, ну и в базе, конечно, можно хранить. Ну, опять же, зависит от того, как вы будете использовать эти картинки. Если вы просто сделали какую-то базу данных, вы в нее запихали картинки, там, Мурзилка, журнал, там, за Twitch какой-то, там, за 1978 год, ну и один вариант. Какой вариант вам использовать, все-таки решать вам, наверное. Так, поехали дальше. На вопрос... вопросы у меня на сегодня кончились. Это, кстати, ссылки, я их запихну в описание. В общем, пишите, читайте, листайте. Я вас поздравляю с наступившими праздниками. Вам всего доброго и пишите правильный код.